Есть только одно чувство, которое способно оживить, когда вы падаете духом. Воодушевить вас, когда уже безнадежно разочарованы. И окрылить, когда прежде вы боялись летать. Это чувство дарит смысл жизни, приносит счастье, будоражит, связывает и толкает на безумные поступки, делая жизнь ярче. Это один из редких случаев, когда ваша встреча планируется самой судьбой. Ощущать тепло близкого человека, такого родного тогда, сейчас, всегда, когда один лишь взгляд дает чувство безграничной радости, а улыбка — это что-то большее, чем просто совершенство. Вместе вы понимаете, что такое счастье. Любовь. Только с ней вы способны вершить чудеса. Молча любоваться друг другом в часы радости и горести. Так легко шагать по жизни, терпеть и переживать. Чувствовать близость, когда вы далеко от любимого человека. Дышать одним воздухом. Дарить себя бесконечно. Держаться за руки. И идти вместе по жизни, созидая свой собственный уютный и счастливый мир.